Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале InstaTV. В студии Анна Касаткина. Товарный рынок в пятницу не оставил без внимания макроэкономические данные состояния европейской экономики. Так, новость о резком увеличении доверия предпринимателей к крупнейшей экономике Европы и Германии отразилась ростом цен на рынке углеводородов. Котировка нефтяной смеси марки Brent, добываемой в акватории Северного моря, поднялась к отметке в $114.60 США за баррель. Таким образом, цена немного скорректировалась после падения накануне. Тем временем абсолютно противоположные данные Еврокомиссии относительно дальнейшего пребывания экономики в состоянии рецессии и долгового кризиса разбудили бычье настроение трейдеров по золоту. Как и черное золото, желтый металл сменил тренд на восходящий, направив котировку к отметке в $1587 США за тройскую унцию драгоценного металла. Ранее бытовало мнение, что движение цены на золото зависит исключительно от успешности проводимой ФРС программы количественного смягчения. Однако сегодня некоторые эксперты вернулись к прежней точке зрения, рассматривая золото в качестве одного из надежных активов. Вы смотрели новости на канале InstaTV. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.